Hi guys, welcome back to Junris Lagadag Reacts. For this video reaction, let's go to Russia. Privet and spasiba to Russian friends. Kakdila to all of you guys. How are you all? I hope you are doing well and fantastic. And the title of this video that we need to do some reaction for today is a journalist from Vladivostok asked Putin for 20 million rubles for a tomograph. Oh my God, that's a lot of money. Because this is like a special, the tomograph thing that they can use like in the medicine field. Oh my God, I really want to hear also with Putin what are his thoughts with regards or answer with this one, because I really like the way how Putin, when he will be asked with question, and the answer was very brilliant and smart. That's why I really want to watch every video of Putin answering questions. And credit to the owner also with the video, RT Russian. I'll put on the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian videos that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it. Enjoy guys, prevet to all of you, and good day. Oh my God, I'm so excited. Wow, thank you so much for this video. Мария Соловьенко, Владивосток, газета «Народные вещи». Turn on the subtitles, please. Слово материальное. Поэтому я к вам обращаюсь, гражданин, пожизненный президент Российской Федерации. Прошу не обижаться. Я сейчас объясню, почему. Поскольку ваш удивительно синеглазый пресс-секретарь в прошлый раз практически у меня вырвал микрофон, я буду краткой. Oh. Вопрос будет один, но из трех частей. Коллеги, я прошу вас не смеяться. Seriously. Потому что я очень волнуюсь, и серьезные будут вопросы. Пожалуйста. Не смейтесь, пожалуйста. Oh. Пожалуйста, прошу вас. С последней части вам не нужно отвечать. Девушка с Мишкой поздравила с наступающим годом вас. А я хочу всех коллег, Россию и весь мир. Вы здесь делегированы странами. Я хочу напомнить любимый писатель Чук и Гек повесть. В 34-м году он написал. Почти 80 лет назад. И я думаю, эти строки, вот каждый желает счастья. Желаю всем счастья, и вот что он написал. Это очень важно помнить. Здесь о России сказано. Что такое счастье, это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди понимали и знали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется советской страной. Ну, добавлю, а сейчас зовется Россией. Чтобы за советскую страну меня не ругали, как Гасманова. Теперь я выступлю в роли честного журналиста, который всегда у вас что-то просит. Про коррупцию не буду, смущать не буду. У нас замечательный центр во Владивостоке, вот протез вы спрашивали, построили медицинский. Он начал работать, начались операции. Стоит огромный ПЭТ, вы знаете, что это такое, ядерный такой томограф, который онкологию упреждает. У нас тяжелая ситуация в Приморье по онкологии. У нас взрыв был атомный, Чажма. Атомный реактор у нас там остались от лодок. У нас Фукусима рядом. Собираются хоронить отходы, не спросив нас. Очень многие люди болеют, помощь очень слабая. Так надеялись на этот ПЭТ. Ну, забыли, 20 миллионов стоит. Забыли 20 миллионов. She really want to help. Нужен маленький реактор, который будет эти капсулы делать, изотопы. By purchasing that tomograph. Я вас попрошу, Владимир Владимирович, даже не надо из бюджета. Вам стоит только плечом повести. Все эти Абрамовичи, Прохоровы, жена Шувалова, они к нам часто все приезжают, они богатые люди. 20 миллионов надо, не надо из бюджета. Эту шайку Минобороны тряханите. По 2-3 миллиона рублей, извините, really я говорю. Не надо хлопать, коллеги, это очень больно. У нас молодые дети болеют, едут в Сингапур, квартиры продают родители, чтобы их спасти. Ну сделайте до Нового года нам этот подарок. Вот я как попрошайка сегодня. Все. Вы решите этот вопрос, я думаю, да? Хотите, ответьте, хотите, нет. Нет, ну 20 миллионов. И последний. Да, ну, пожалуйста. Да. Нет, вы ответьте, а тот последний, короткий, можете не отвечать, но он очень серьезный будет. Кто руководит пресс-конференцией, вы или я? А как хотите, главное, чтобы польза была. Я хочу, чтобы вы закончили свой вопрос. Хорошо, я больше вас перебивать не буду. Пожалуйста. А последний вопрос,
Вы можете на него не отвечать. Но от этого вопроса зависит судьба России. Это правда. Вот сейчас всякие исследования, 5-7 лет нашей стране осталось. Очень больно это слушать. Знаете, о чем это речь? Нет? Ну, такие общественные мнения, институты в интернете, что стране 5-7 лет. Мы развалимся к чертовой матери. И когда появились вот эти ракеты, ну да, я за державу, я за империю. Ну, может, это неправильно. А я не боюсь этого сказать. А я рада. У меня отец на Украине мальчишка, его в Германию угнали, он воевал, офицер, умер давно. Пусть будет наша Украина, это родина моя, вместе мы должны быть. И правильно, что снизили эти газ, нефть там им. Так вот, Владимир Владимирович, для вас этот вопрос будет очень тяжелый. Прошу на него не отвечать. Это правда. Подождите, следующий год, год лошади, мой год. Вот у вас будет год, чтобы принять стратегическое решение, не смейтесь. Все знают, идет реклама по телевидению. «Газпром – национальное достояние». Добавим кучки олигархов, правда? Так случилось, подождите, так случилось. Я вас очень прошу, не отвечайте сейчас. По Конституции недра принадлежат народу. И нефть, и газ, и все ископаемые. Но давайте сделаем так. Не сразу у вас это получится. Может быть, вам страшно будет. Давайте вернем все-таки, национализируем это все. И тогда не будет этой прослойки, не будут сдирать шкуру с налогоплательщика. Если вы боитесь, вы не бойтесь. Вас тогда каждый, даже самый маленький мальчишки-мальчиш защитит за это. И тогда у нас проблем не будет. И на ПЭТ нам хватит, и на пенсии хватит. Без всяких прокладок вот этих олигархических. Это трудно. Можете не отвечать, но я вас очень прошу. И думаю, вся страна тогда вас любит и скажет, будьте вы пожизненным, Владимир Владимирович. Спасибо. She's entitled to that because it's a democratic country. Есть Конституция Российской Федерации, и в рамках этой Конституции формируются органы власти. И в этом смысле мы ничего менять не будем. Я думаю, что это нецелесообразно и опасно именно для стабильности российского государства. Во всяком случае, с точки зрения формирования органов власти. Что касается сути проблемы, во-первых, 20 миллионов, конечно, это у нас часто, к сожалению, бывает. Здесь вот я с вами согласен, когда деньги тратят большие, а потом чуть-чуть и все там оборудование лежит, не работает, это очень обидно и не по-государственному. Поэтому я хочу вас для начала заявить, что эти 20 миллионов, 10-2 миллионов, точно совершенно мы изыщем и оборудование запустим в работу. Это 100%. Это даже не обсуждается. Первое. Второе, по поводу недр. Не по институции, по закону недра принадлежат народу. Вопрос в том, как эффективнее использовать эти недра на благо этого народа, нашему народу. По поводу «Газпрома», национального достояния, и что это принадлежит кучке олигархов, это не так. «Газпром» – это государственная компания с контрольным пакетом у российского государства. Действительно, был момент, когда это было лет 7 назад, 8, когда контрольный пакет «Газпрома» из рук государства уплыл. И вот тогда была реальная угроза утраты контроля над системообразующей нашей компанией. В целом, можно двигаться в сторону национализации, в сторону приватизации когда-то. Но только тогда, когда у нас будут выровнены определенные условия, связанные с потреблением первичного энергоресурса. Экономические условия, прежде всего. Я могу немножко ошибиться, но, по-моему, в этом году мы произведем где-то 620 миллиардов кубических метров газа. That's amazing. Из них 200, примерно около 200, где-то в районе, на экспорт. Все остальное, основная масса произведенного продукта потребляется внутри российской экономики. Мы держим достаточно низкий уровень тарифа на газ внутри страны. И я уже отвечал здесь на вопрос вашей коллеги. Применительно это касается нашего вступления в ВТО. Евросоюз даже предъявляет нам претензии по поводу того, что у нас слишком низкие, как они считают, нерыночные цены на газ внутри страны, и это создает конкурентные преимущества нашим товарам второго уровня передела или третьего, имею в виду химические продукты, на внешних рынках. Я вас уверяю, что это
целенаправленная, осмысленная и весьма эффективная политика в энергетической сфере. Наша задача не в том, чтобы обязательно все отобрать у частных владельцев, имея в виду, в том числе, скажем, и «Газпром», где частично акции «Газпрома», контрольный пакет «Рука государства», и это дает нам возможность проводить вот такую политику, о которой я сейчас сказал, в том числе льготирование внутреннего потребителя и бытового потребителя, и промышленного потребителя нашего газа внутри страны, но дает такое право и возможность, потому что контрольный пакет, и значит вопрос управления в руках государства. Но в то же время, если мы дали возможность нашим иностранным, скажем, и внутренним частным акционерам приобретать и продавать акции «Газпрома», это повышает его ликвидность, это повышает возможность его работать на рынках, привлекать необходимые ресурсы для своих инвестиционных проектов и развиваться. Как только, вот я хочу, чтобы, Мария, вы поняли, как только и ваши читатели, как только мы схлопнем эти возможности, у такой компании, как «Газпром», не будет реальных ресурсов для развития. Right. Это, потому что они не получат должного количества кредитов с мировых финансовых рынков и не получат их по тем благоприятным на сегодняшний день ставкам, по которым их получают сегодня. Так как мировой финансовый рынок отреагирует это как на повышение непрозрачности компании. И мы ухудшим сразу экономическое состояние нашей ведущей топливно-энергетической компании. Тут же, в эту же секунду ухудшим. Что касается других чисто частных компаний, а у нас таких тоже много. Ну, скажем, «Сургутнефтегаз» – это частная абсолютно компания сибирская. Это «Лукойл» и так далее. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить такие условия их функционирования, чтобы они работая и получая прибыль в России, платили полным рублем здесь налоги, чтобы они уходили, как я говорил в послании, из офшоров, и используя эти средства, развивать и экономику, и социальную сферу. Я вот здесь я с вами соглашусь, я не уверен в том, что у нас здесь полный порядок. Вот это нам нужно обеспечить. Причем мы это можем сделать в рамках рыночной экономики. Right. Within the framework, совсем не обязательно лишать акционеров их собственности. Более того, это будет очень плохим сигналом для всей российской экономики. Поэтому я понимаю, что вы имеете в виду. Но вы имеете в виду повысить отдачу от этих компаний в федеральные, в региональные бюджеты, увеличить их вклад в развитие страны и решение социальных вопросов. В этом вы правы. Но инструментов для этого у нас гораздо больше, чем просто у них забрать собственность. Но то, что нужно думать о повышении их отдачи, здесь вы абсолютно правы, мы будем в этом отношении и дальше работать. Mm. That's a brilliant. She's really answering the. She's really like have this gut and strong and will to ask this question because it needed. It needed in their place in Vladivostok or whatever it is where that region in Russia. But the way how Putin, I will not answer this one of what is really the issues. I really have to like to say or comment the way how Mr. Putin, Mr. President, answer with regards to the issues, with regards to this one. That's very brilliant of him. He really knows how to deal with this in bad or in this one. Yes, we can, but there is also, and that's very, very important. He's a very intelligent, he's very smart. I really like the way how he answered like seriously on that question. My goodness, because that's a really serious matter. It's a huge amount of money that you will be funding in such like in medical like equipments. But that was a very nice answer of Mr. Putin. Oh my God, this is a great leader. Very genius, he knows everything. But bravo, Mr. Putin. And bravo to all the Russian that you are very proud to have a president like him that's very genius and very smart. Thank you so much. I enjoyed watching like this video because I really want to see more of how Putin answered question like this one because he's very serious about it, especially of everything about Russia. And then he really want to be that country to be progressive
economically, and of course, he really wants that every aspect in Russia will be great and good with his administration, with his year and term, that everybody will be benefited of it. Oh my God, this is really, really nice of him. And thank you so much with this one, RT, for your wonderful video that you put in here, because I enjoyed it watching with this one, and I hope guys you enjoyed it too. And if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share, and subscribe also with my channel. And this is Junris Vlog that reacts saying stay humble, stay positive. Guys, if you want to connect, my social media account is in here. Thank you so much, Prevet and Spasiba, to all Russian friends. Have a good day everyone, bye bye po, and see you in my next video reaction. Stay safe everyone.